Всем привет, меня зовут Константин, вы на канале Караваны России. Наш канал о караванах и автодомах, об автомобилях, на которых можно и нужно путешествовать, о палатках и аксессуарах для автокемпинга. Сегодня мы продолжаем серию тестов, посвященных аэропалаткам Кампа. И сегодня у нас на тесте палатка Touring Air TC RTH. Это палатка, принадлежащая классу Drive Away. То есть вы можете поставить палатку, прикрепить ее к автомобилю. И в случае необходимости автомобиль уезжает, палатка остается, и она самостоятельная конструкция на аэростолбах может стоять в ожидании возвращения вашего автомобиля. Производитель Кампа, сейчас, наверное, правильно говорить, Дометик Кампа, выпускает данный продукт в применимости к Volkswagen серии Т, но учитывая, что палатка имеет некую размерность, ориентированная по высоте транспортного средства, и наличие металлической крыши и возможности пристраивать палатку, я думаю, что данный тип палатки возможно использовать абсолютно для любых минивэнов, микроавтобусов, у которых есть возможность закрепить магнитную ленту по крыше и пристроить эту палатку. Поэтому, на мой взгляд, этот продукт универсален. В представлении от Dometic Kampa этот продукт предназначен именно для автомобилей Volkswagen серии Т. Если у вас на крыше есть маркиза, то вы можете использовать маркизу для заведения силового желоба крепежного. Если у вас маркиза нет, как у нас в данном случае, мы будем использовать универсальный магнитный комплект от компании Outwell. Этот комплект предполагает возможность прикрепления любых типов палаток, у которых есть стандартный универсальный крепежный элемент. Поэтому приступаем к монтажу, распаковываем и будем смотреть, что у нас есть в составе комплекта. Палатка по весу в районе 36 килограмм, заводская упаковка со стяжными ремнями. Давайте будем раскладывать. Да, палатка Touring Air. Это палатка 2021 модельного года. Особенность состоит в том, что это уже продукты новой генерации, выпущенные компанией совместно Dometic Kampa. И именно эта палатка одна из первых палаток, которая выпущена, изготовлена из материала поликатон. Это самый комфортный, самый экологичный, самый дышащий и самый дорогой материал на сегодняшний день для палаток. Поэтому посмотрим, что это за поликатон, в чем его преимущество и зачем он нужен. Итак, мы распаковываем, достаем все, что есть в составе комплектов, инструкция, колышки. Давайте будем так вот. Сама палатка. Как я рассказывал, насосы в 2021 модельном году стали другие. То есть 2020 год были голубые насосы, до этого были серые насосы. Сейчас вот такие синие 2021 модельного года. Немного другой шланг, другой манометр. А так, в принципе, конструкция стандартного насоса Кампа. Насос идет в комплекте, естественно, с каждой палаткой. Вы можете докупить компрессор, а в стандартном комплекте простой насос. Для простоты определения геометрических параметров палатки мы расстелили дно палатки, которое является опциональной. И сейчас уже, ориентируясь на это дно, мы начнем выставлять ткань палатки и заводить ее в этот силовой желоб. Давайте приступим к раскладыванию.
Самое главное вот найти вот этот крепежный жёлоб и именно вот этот элемент, это является стыковочным элементом, соединяющим палатку с кемпервеном. Поэтому начинаем его заводить, и уже прикрепив к стыковочному жёлобу, можно будет дальше позиционировать палатку. Постепенно продвигаем монтажный стыковочный модуль. Удобнее, конечно, если вас будет двое, но в принципе это можно делать и одному, потому что все монтажные процедуры по инструкции, они предусмотрены с возможностью выполнять это одному человеку. Поэтому заводим . У нас остается ненакачанной последняя, четвертая дуга. Герметизируем крышками, закручиваем и будем готовы накачать ее. После этого весь аэрокаркас палатки Кампа Touring Air TC-RH будет накачан. Итак, приступаем. Немного помогаем дуге привстать. Вот, ну, собственно, она сама это делает без нашей помощи. Кровля натянута. Окна натянуты, поэтому боковые растяжки мы даже не будем ставить, потому что в данном случае с целью демонстрации вам самого аэропродукта это не самое главное. Сейчас мы застилаем ковры, и можно будет уже проходить в палатку, знакомиться с ее планировкой, с ее устройством и смотреть, как она примыкает к автомобилю. Палатка Кампа Touring Air TC-RH собрана, все аэростолбы надуты, растяжки штормовые установлены, и поэтому сейчас уже можно зайти вовнутрь. Напольные покрытия дополнительно постелены, напольные покрытия опциональные, поэтому эти позиции надо учитывать при заказе. Вначале нас встречает вестибюль открытого типа. В этом модельном году, в 21-м, Кампа не стала делать вестибюли закрытого типа или опциональные карнизы для вестибюлей. Поэтому эта зона специально выделена для того, чтобы посидеть на открытом воздухе. Дальше у нас идет перемычка, и в этой перемычке есть прозрачные элементы, элементы солнцезащитные шторы. Сама перемычка закрывается как на глухую дверку из поликатона, и есть антимоскитная дверь, то есть можно или ту, или другую, или две вместе. Внутри помещения палатки палатка разделена на две зоны: спальная зона и внутренний вестибюль. Спальные места в палатке могут быть предоставлены для четверых путешественников. Раздельные двойные спальни. Здесь мы поставили пока одну кровать Изабелла. Так, здесь помещается 2 по 2. Спальня изолированного типа. Правая сторона также может открываться
полностью сниматься солнцезащита, может оставаться москитная сетка и может полностью эта стена убираться и делаться запасной вход. То есть у нас в режиме использования дневного можно использовать основной вход и запасной здесь. Стыковочный модуль отделяется еще одной дверью, которая может быть убрана и пристегнута к аэростолбу. Или в режиме, когда автомобиль уезжает и палатка должна закрыться со всех сторон, все двери имеют возможность быть закрытыми. Стыковочный модуль дает возможность разместить здесь все, что можно вынести за пределы палатки. Естественно, если у вас пассажиров больше, чем четверо, то можно разместить спальное место еще в машине. Места достаточно много. Дополнительно есть еще один выход. Организуется, открывается на молнии. И в случае необходимости проникновения только в стыковочный модуль, например, идет дождь, и что-то нужно взять и вынести на улицу, нет смысла заходить в палатку, поэтому можно зайти через запасной выход. Поэтому при своих габаритах 6,100 длина и 2,80 ширина палатка представляет достаточно серьезные комфортные решения. Самое главное, конечно, в палатке это ее материал. Это материал поликатон, который в палатках не так часто встретишь. Это материал абсолютно дышащий, комфортный для использования при любых температурах. Именно вот для высоких температур Кампа в этой модели палатки дает градацию. То есть можно заказать подобную палатку с материалом D6000, из которого, как правило, делаются все палатки Кампа, и можно заказать из поликатона. Завершаем тест кемпинговой палатки от компании Кампа Touring Air TC-RH, любезно предоставленный на тест интернет-магазином retrailer.ru. В интернет-магазине Retrailer вы найдете достаточно большое количество продуктов от Dometic Кампа. Это и палатки, и кемпинговые аксессуары. Огромный выбор продукции данного производителя, а также тысячи наименований кемпинговой индустрии от других производителей. Касательно данного продукта, палатка удивительная, палатка 2021 года, при своих габаритах 6 метров 10 сантиметров длиной и 2 метра 80 сантиметров шириной, способна разместить 4 путешественников в изолированных спальнях по высоте 2 метра 20, вес 29,5 и самое главное, материал поликатон. На сегодняшний день в кемпинговой индустрии не так много палаток, их, наверное, можно назвать штучные единицы, которые используют материал поликатон. Этот материал самый современный, он, естественно, дорогой, но он и самый комфортный. Палатка при использовании ее, как правило, летом, как правило, в теплое или жаркое время, конечно, должна давать комфорт. И поликатон дает именно тот комфорт, которого вы ждете. Естественно, подобная модель палатки есть и в материале D6000, из которого, как правило, делается основная масса продуктов Кампа. Палатка из другого материала будет дешевле где-то на 1020. Подобный продукт имеет рекомендуемую розничную цену около 100 тысяч рублей. Естественно, продукция Кампа подвержена сезонным влияниям. И в межсезонье, осенью, зимой, если вы будете просматривать сайты международных интернет-продавцов продукции Кампа, то, я уверен, сможете найти предложения сезонные, когда данный продукт могут вам привести по более дешевой цене. Продукт интересный, продукт качественный. По продукции Кампы, в принципе, никогда не было никаких вопросов. Палаточная кемпинговая индустрия в Британии очень развита. И продукты от компании Кампа, именно палатки, всегда высоко котируются и выбираются семьями для комфортного отдыха.
Здесь и высота, здесь и открытость, например, вот вестибюля. В прошлые модельные годы были модели, почти все, которые имели открытый вестибюль и имели возможность его закрыть. На этой палатке решили, так как она имеет мобильную принадлежность, то есть используется вместе с автомобилем, то открытый вестибюль – это вот именно для единения с природой, вечером посидеть, подышать воздухом. Если вас застала непогода, то закрытый вестибюль закрывает со всех сторон, имеет хорошую вентиляцию, имеет возможность быть закрытым на антимоскитные сетки. Поэтому получилась такая гармоничная конструкция. Палатка рядом с автомобилем, она достаточно быстро ставится одним человеком. Если у вас двое, трое или четверо, то это делать достаточно элементарно. Мы популяризируем палаточное движение в России, потому что такие продукты, как делает компания Кампа, в палатках, они очень интересны. Они интересны по качеству, по надежности. Не очень интересно, конечно, по цене, вы скажете, но данный продукт стоит своих денег, потому что этот продукт можно купить и использовать многие годы. Британские семьи так и поступают. Поэтому выбор за вами. Если кто-то понял, что данный продукт можно использовать только с автомобилем Volkswagen серии T, я думаю, не так. Я думаю, что продукт универсален по той причине, что для стыковки с автомобилем ему нужно только наличие металлической крыши и примерные габариты подобного автомобиля. Поэтому, если это микроавтобус, минивэн, я думаю, стыковка возможна, и именно универсальность данного продукта, данной палатки, обеспечит комфортный отдых с любым автомобилем подобного типа. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте вот так. Если не понравилось, напишите. Если вы не любите палатки, тоже напишите об этом. На самом деле палаточная индустрия, как и индустрия строительства караванов и автодомов, очень сильно развивается. Буквально каждый год, когда проводится выставка ежегодная караван-салон в Дюссельдорфе, палаточные павильоны просто заполнены участниками, заполнены гостями выставки, посетителями, и там можно увидеть очень много нового. Поэтому мы будем стараться держать в курсе и по направлению палаток, хотя бы по палаткам, которые могут быть использованы с автодомами, с кемпервенами или с автомобилями для путешествий. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями и будем на связи. Всего хорошего, до свидания.